Одна попытка пробить, но здесь Фернандо Торрес передержал чуть-чуть мяч. Амрабат. Амрабат забрасывает мяч на партнера. И в касание, конечно, 1-0! Шарлес. Ну вот так, не будем так катанием, да. Ну, надо положить руку на сердце, что Малага заслужила на гол своим вот этим желанием, старанием, может быть, умением чуть-чуть меньше, чем Атлетика, но вот это все-таки страсть в глаза, которую у них присутствует. Коряшка. Коряшка залетела сейчас в ворота. Конечно, Атлетика. Как говорится, есть повод для разговоров у Диего Симеоне, потому что выход из обороны был не очень такой качественный. В плане мы видим, что Годин задержался, три игрока обороны вышли, а Годин не вышел. Так бы оставался Шарлес в положении вне игры. Да, но все-таки ключевой момент – это потеря Фернандо Торреса. Да, Фернандо Торрес. Хотя до этого момент опять был у Шарлеса, и вся команда отбывалась и спасла ворот. Да, вот такой предательский гол все-таки заполз в ближний угол от ноги Диего Година. 0-1, и Атлетико Мадрид близок к тому, чтобы уступить в этой встрече.